Аудиозаписи по делу убитого журналиста Джамаля Хашоги реально существуют. С таким заявлением выступил премьер-министр Канады Джастин Трюдо. По его словам, канадские спецслужбы уже с этими записями ознакомились. Ранее арабские СМИ опубликовали аудио, сделанное якобы в момент гибели Хашоги. Журналист на них говорит, что задыхается. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что передал эту запись представителям других стран для совместного расследования. Напомню, Джамаль Хашоги пропал в начале октября в здании Генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле, а позже стало известно о его гибели, якобы из-за ссоры с сотрудниками ведомства. По делу задержаны 18 человек.